Це біля Верховної Ради. Сьогодні тут відбувся штурм. А це Беркут, який розганяв і бив людей. Цей вірш для них. Здравствуй, мальчик, за серым щитом, выполняющий мерзкий приказ. Как же ты пожалеешь о том, что сегодня стреляешь в нас? Ты кого защищаешь, сынок? Тех, кто дал поглотать тебе кости? Зачем? Почему? Как ты? И ведь в этой стране не гость. Хочешь, денег притащишь домой. Вот, не будешь вставать с дивана, только помни. На деньгах кровь. Кровь Сереженьки, Негоян. Когда будешь лететь в Шарм-эш-Шейх, отдыхать после брата убийства. За тобой потянется шлейф, то проклятие. За Юру Вербицкого. Когда будешь идти назад, волоча шматья чемоданы, не забудь, что это глаза. Те, что выбили на Майдане. Когда будешь сыну и дочке покупать игрушки и велик, не забудь, это печень и почки, те, что выбили у вас в райотделе. Ну а когда квартиру получишь, гликом в теплой ванне ляг, вспомни парня, которого мучил на морозе ваш толстый хряк. Мальчик, мальчик, погоны померкнут, деньги кончатся, жизнь продлится. И короткого слова, первого, ты до гроба будешь стыдиться.